Доброго времени суток, мои дорогие, любимые, вы на канале Torqchess Emery. И сегодня я начинаю озвучивать новый турецкий сериал под названием «Черно-белая любовь». Итак, первая серия. Ферхат узнает, что украли ноутбук Намыка, которого он любит как родного отца. Если распространять информацию, находящуюся в ноутбуке, то это поможет конец политической карьере Намыка. Он проиграет выборы на пост мэра, которым готовится на протяжении многих лет. Аслы вынуждена оперировать раненого человека. Она считает, что спасает человека и сможет спокойно уйти из поместья. Однако планы пойдут совсем не так, как она планировала. С того дня жизни Ферхата и Аслы потекут в совершенно другом направлении. Вторая серия. Аслы, чтобы выжить, делает вид, что принимает предложение Ферхата. Ферхат ударит ее в самое уязвимое место. Он пригрозит убить брата Аслы. Джем, узнавший об исчезновении сестры, вместе с прокурором Егитом, который хочет раскрыть грязные дела своего дяди Намыка, начинает искать Аслы. Интер загоняет Гюльсюм в угол, и Гюльсюм просит помощи у Джанейта, чтобы выйти из этого положения. А Джанейт ищет ноутбук. Третья серия. Джем и Ингит врываются на церемонию бракосочетания, но Аслы не нарушат договор с Ферхатом. И несмотря на все уговоры Джема, не расскажет ему правду. Интер захочет приблизиться к сыну, по которому она очень соскучилась. Однако Намык не позволит. Ферхат потребует от Аслы, чтобы она держалась подальше от всего, что было в ее прошлой жизни. И в первую очередь от Синана.